Первый раз в Ташкенте, вообще в Узбекистане. Очень мне здесь нравится. Очень вкусная еда, фрукты. Пробовала плов. Вот, люди, больше всего понравились люди. Очень все тепло принимают. Гостеприимный город. И вернусь еще обязательно. Ну, я здесь по работе уже неделю. Вот, первый раз в Ташкенте. На самом деле, меня поразило, насколько зеленый у вас город. Вообще совершенно невероятный. Вот, добрые, отзывчивые люди. Мне очень понравилось пока здесь, ну, вот, все, что я успела посмотреть, потому что посмотреть немного пока удалось, но вот надеюсь, еще у меня пару деньков есть, посмотрю. Вот, а так я в восторге, мне очень нравится. Прекрасные дороги, прекрасная подсветка, освещенность, освещение дорог, комфортная очень среда, много зелени. А дальше что понравилось? Благоустройство, да, то есть, в общем-то, каждый уголок создал впечатление очень благоустроенного, да, красивейших объектов, достопримечательностей, которых мы еще, наверное, знаем немного, но обязательно узнаем. Все нравится, все замечательно, люди добродушные, нравится, что по четвергам плов едят. Вот, был и в Махале разной, вот такой стандартной, вот тут недалеко от Сибзара. Нравится колорит, вот, и, конечно, нравится, что сочетание и старого, и современного.